Отличная атмосфера здесь и великолепные условия для сегодняшнего матча. Меня зовут Георгий Черданцев, и сегодня мы работаем для вас вместе с Константином Геничем. Английский футбол высшего уровня сегодня в прямом эфире на ваших экранах. Тоттенхэм против Ньюкасл Юнайтед. Ни один тренер не станет преуменьшать важность товарищеских матчей. Это главная возможность проверить состав в боевых условиях и дать игрокам сыграться. И вашему вниманию стартовый состав Тоттенхэма. Голкипер Уго Льорис. В защите Эрик Дайер играет с Беном Дэвисом. И с одним нападающим решил начать матч главный тренер. Впереди играет Харри Кейн. Стартовые 11 игроков Ньюкасла вашему вниманию. В воротах сегодня Мартин Дубравка. Джон Джо Шелви с первых минут играет с Джои Линтоном в центре полузащиты. И нападение с первых минут представлено в лице Криса Вуда. Всего спустя сезон после вылета из премьер-лиги вернулся Ньюкасл. Все настолько привыкли, что Ньюкасл год за годом играет в премьер-лиге и порой громко заявляет о себе на трансферном рынке, что по началу сезона 2016 года было сложно свыкнуться с их отсутствием. Но такой поворот должен пойти команде на пользу. Кто знает, может быть, именно они со сбитым и крепким составом после чемпионшипа подарят Англии новую сенсацию. Здорово он партнера увидел. Мяч не дошел до адреса. Защитник надежен. С фланга он врывается. Очень здорово прессингуют они. Выше ворот проходит мяч, но удар был хороший. Тренеру момент тоже понравился. Он приободряет команду. Нужно продолжать делать то же самое, и гол обязательно придет. Держит он мяч впереди и ждет поддержку. Сыграно-то точно, а вот стоило ли? Мэтт Таргет. Не хватило сил, чтобы сохранить владение. Хёйберг. Выше ворот проходит мяч, но удар был хороший. Тренеру момент тоже понравился. Он приободряет команду. Нужно продолжать делать то же самое, и гол обязательно придет. Держит он мяч впереди и ждет поддержку. Сыграно-то точно, а вот стоило ли? Мэтт Таргет. Не хватило сил, чтобы сохранить владение.